Небольшой мастер-класс по робототехнике прямо в коридоре. Провести каникулы с пользой в ЧГПУ имени Яковлева предлагают прямо с порога. Здесь проходит осенняя каникулярная школа. Участники – 45 учеников педагогических классов республики. Я сам посещаю этот класс уже второй год. В этом классе я являюсь старостой или председателем, кому как удобнее говорить, этого класса. Мы занимаемся с детьми. Сначала просто ходим на уроки, слушаем, как опытные учителя объясняют информацию, записываем, слушаем. А после этого мы заменяем самих учителей. Когда ты работаешь с детьми, когда они тебя понимают, это такое счастье, вот, что ты им объяснил, что ты им смог. Экскурсии в музеи, тренинги, мастер-классы, квесты. Два дня школы насыщены. Особая роль подготовки к единым государственным экзаменам. 20-е задание теперь переместили 6-м заданием в вашем тесте. Это в этом году изменение. Теперь 6-м заданием как раз найти лишнее слово в данном предложении. Мы планировали поступать в ЧГПУ. Мы безумно благодарны, что у нас появилась такая возможность, как осенняя каникулярная школа, в которой мы смогли поучаствовать. Мы вынесли для себя очень много отсюда. Познакомились побольше с вузом, увидели аудитории, увидели, какие тут, узнали, какие тут есть именно объединения. Осенняя каникулярная школа проходит впервые. В будущем такие занятия планируют проводить регулярно во время зимних и весенних каникул. Мы очень надеемся, что ребята приобретут не только знания по разным дисциплинам, но и проникнутся университетским духом, проникнутся нашей атмосферой для того, чтобы через год-два, кто-то, может быть, через 3 года станет нашим студентом и осознанно войдет в педагогическую профессию. Профессию, которая сегодня востребована, наверное, как никакая другая профессия в нашей стране. Мы надеемся на то, что к нам придут лучшие представители педагогических классов нашей республики.